Всем добрый день! Вы смотрите канал Вязание Свелтой. И сегодня я расскажу и покажу два свои процессы, которые я начала на прошлой неделе. И также будет примерка джемпера. Но в самом начале покажу вам кофту, которую я связала весной. Или конец зимы было. Кофта связана из пряжи Alize Lana Gold Classic. Вязала я из двух цветов, вот такой бежевый и такой зеленоватый, спинка так выглядит, по бокам разрезы, резинку вязала опять вытянутыми петлями, мне очень нравится, ну и спереди такая планка идет такого цвета, и на пуговицах. Так, ну я одела, и пока выглядит вот так. Перед связан, спинка связана, соединяла боковые швы способом трех спиц. И вот как у меня получилось. Спинка связана длиннее, чем перед резинка. Вот так, так смотрится. Я сама не вижу. Но мне кажется, что нормально. Длина точно такая же, как я хотела, потому что джемпер я буду носить только с юбкой. У меня будет черная юбка карандаш. И насчет рукавов, что я решила. Рукава я не буду вязать из этой пряжи с пайтками, тогда уже будет слишком такой перебор блестящий. Я купила пряжу Alize Lana Gold Fine, точно такой же цвета. Ну, пока не решила, как буду вязать. Буду набирать петли по кругу, да, конечно, но лицевую гладь я не хочу. Возможно, что это будет резинка 3 на 3 или 2 на 2. Но рукава тоже не будет широкие, они будут такие, ну, зауженные, да, и 3/4. И потом вокруг горловины тоже буду обвязывать, да, такая широкая эта часть тоже получится, тоже из этой пряжи. Сначала у меня была задумка рукава вязать в черном цвете, но потом как-то я передумала. Хотя, может, и не такая уж плохая идея была бы. Рукава черные и здесь вот это черное. Ну, остановилась все-таки на этот цвет. Спереди я вывязывала виточки с этими поворотными рядами. Я вообще все джемпера, которые я вяжу, даже на маленький размер, я вывязываю виточки. Ну, кроме детских, конечно. Мне как-то кажется, вот сразу по-другому как-то джемпер смотрится. Ну вот, вот так. Вязала на спицах номер 4.